Jatchaktayo vadatam vadinam vai vivad sangvad bhubo bhavanti kurvanti chaisam muratmamohum tasmai namananta gunaya bhumne Jatchaktayo vadatam vadinam vai vivad sangvad bhubo bhavanti Kurvanti chaisam muhuratmamohum tasmai namananta gunaya bhumne Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru сказал that standing in one platform Если, находясь на одной платформе, вы хотите оценивать другую платформу, вы можете совершить большую ошибку. Гаудия Гоштхипати, Шрила Прабхупад, сказал, главная ошибка, что, находясь на своей платформе, на одной платформе, люди хотят оценивать трансцендентную платформу, то, что находится вне зоны их восприятия. Они совершают величайшую ошибку. Бхагаван Шри Кришна Чандра, то, о ком мы знаем очень хорошо, тот, кого мы знаем очень хорошо, он обладает в полной степени шестью богатствами. В полной степени он обладает гьяной, вайрагией, красотой, богатством, могуществом. Он Верховный Господь. Йога-майя — его вечная энергия. Под руководством Шри Кришны исполняет различные роли. Что и как делать. То есть все это под ответственностью Йога Майи. Бхагаван наделяет ее этой обязанностью. Она организует все. И в Чайтанья Чаритамрите сказано, я не знаю, и гопи не знают, как и что происходит. Они полностью погружены в расу, в лилу. Кришна полон рас, полон расы. У него нет никакой головной боли, никаких проблем. Постоянно он преисполнен расы. Он ни о чем не переживает, ни о чем не беспокоится. Поэтому Кришнадас Кавираджа Госвами пишет в Чайтанья Чаритамрите. Абхави Кришны. Я полностью под контролем Радхарани и Гопи. И Гопи также сходят с ума, глядя на меня. Это очень странно, удивительно. Все организовано Йогамайей. Материалисты постоянно пытаются рассматривать Кришну как своего соперника. Все, кроме чистых преданных, все они соревнуются с Кришной. Писатели, философы, кто бы то ни было.
поэты. Все они считают, что Кришна наш соперник. Это огромная ошибка. Невозможно для них понять сварупу Кришны, бхаву Кришны. Кришна аударья, сердце его открыто. Какая из аватар раздавала прему? Милость. Даже деревьям Гауранга раздает милость. Кришна. Когда Господь являет эту лилу, тем не менее, люди не верят в это. Они говорят, что это... То есть они выражают сомнения, они не верят в эти игры Господа. Состояние обусловленных джив очень плачевно. Даже жители райских планет плачут по нам, им больно видеть наше плачевное состояние. Они видят, что мы просто прыгаем в огонь. Никто не заставляет нас делать это, но тем не менее мы это делаем. И Бхагаван говорит, что я не ответственен за это. Ответственность за это не на мне. Они сами привлекают проблемы в свою жизнь. Что я могу поделать с этим? И в то же самое время люди обвиняют Бхагавана, почему он не помогает нам. И почему дживатмы сбиты с толку? Почему они загипнотизированы? Из-за майи, потому что они под влиянием майи. Гьяна и агьяна вечно существуют. Откуда приходит агьяна? Все нисходит от Кришны. Напрямую или косвенным образом все происходит от Кришны. Из-за майи гьяна покрывается и превращается в агьяну. Мы постоянно пытаемся соперничать с Кришной. Мы думаем, что если Кришна может делать что-то, то и мы также можем это делать. И Кришна видит, что почти все недопонимают мои деяния, не понимают правильным образом, критикуют. То есть мы все, мы оцениваем Кришну и вайшнавов как тех, кто находится на материальной платформе, в этом материальном мире, но в действительности они никогда не спускаются сюда, они всегда пребывают на трансцендентном уровне. Ничто материальное не может коснуться их, они находятся на высочайшем уровне, так что ничто не может, никакая материя не может коснуться их. Вы можете относиться к ним так, как хотите, можете говорить какие-то грязные вещи о них. Тем не менее, это никак не обеспокоит их. Поэтому Кришна решает, что так как люди не понимают меня должным образом, я должен снизойти сюда вновь. Поэтому, когда Двапара-юга
подходит к концу, и начинается век Кали, Гауранга Махапрабху нисходит в этот мир. Кали-юга начинается, и становится очевидным, какие вещи происходят в мире. Больше и больше приходит проблем в этот мир. Поэтому Кришна решает не зайти в этот мир в форме Гауранги, для того, чтобы проповедовать Рагануга Бхакти, Рупануга Бхакти, для того, чтобы обучать нас. И Господь являет свой собственный пример. Он приходит как преданный. То есть все, что он делает ради нашего обучения. Мы настолько материально вдохновлены, что в нашем сердце не остается места ни для чего другого. Одна материя в нашем сердце. Одни материальные вещи. Мы постоянно погружены в них. И мы размышляем, как это возможно, что Кришна одновременно танцует с тысячами гопи. И в то же самое время ночь длится. То есть, если подсчитать длительность этой ночи, это поразительно, невозможно, непостижимо для обычных джив. Вакрешвар Пандит 72 часа подряд танцевал. В Чайтанья-чаритамрите это в деталях описывается. Я не говорю никакой сухой философии. Без чувств, не прочувствовав, не осознав, я не могу говорить ни слова. Вакрешвар Пандит 72 часа подряд танцевал в киртане. Гауранга Махапрабху точно так же на симхасане, сидя на симхасане, он принял форму Махавишну и принимал все, что предлагали ему преданные. Не пытайтесь сравнить свою жизнь с Кришной, с жизнью Кришны. Это невозможно. Мы находимся в материальном мире. Within this material world, if we can take up one reference frame, within this, we can see so many miracles. But still it is material. Follow. Follow. But in a prakrit jagat, в трансцендентном мире материальное время неприменимо, и измерение материального времени не может браться в счет. Поэтому невозможно сравнивать время материальное и время трансцендентного времени. Поэтому нет смысла поражаться тому, как Кришна танцует в течение ночи, которая длится, то есть Брахма-ратри, и удивляться тому, что Шримати Радхарани из одного места оказывается в другом очень быстро. Вы должны понять, что есть трансцендентное время. Давно задали вопрос Эйнштейну.
Что вы подразумеваете под временем? Он ответил, что время не что иное, как движение. Абсолютно все движется в этом мире. Даже мое собственное тело, метаболическая система в движении. Абсолютно все движется в этом мире. Таким образом, это правда. Время не что иное, как движение. Но кто и что движется? Какие-то объекты. И затем следующий вопрос. Как долго длится это движение? Время, пространство и материя относительные. То есть мы живем в этом материальном мире, и все здесь относительно. Абсолютно все относительно. Ваши отношения с детьми, мужем, отцом и матерью. Абсолютно все относительно. Сегодня это существует, а завтра нет. И относительно трансцендентного мира, если мы хотим понять, что есть наше существование, кто я такой, чтобы выражать ложное эго. То есть мы находимся в относительном мире, и мы думаем, что сами мы очень значимы, мы очень большие, значимые люди. Но в таком состоянии мы не можем оценивать ничто правильно, не можем делать правильных оценок. Но в трансцендентный мир не относителен. В трансцендентном мире трансцендентное время находится под контролем йога майи. Все вовлечены в служение там. Они не обращают внимания на время. Они думают лишь о служении. Они не переживают о времени. Они преисполнены сознанием Кришны. Если вы окажетесь во Вриндаване, вы поймете, что там полное воплощение этой шлоки. Гопи — воплощение этой шлоки. И Кришна — единственный герой в бесконечных мирах. Экспансии Кришны — Баларам. И другие паршады, спутники Кришны, которые нисходят от Баларама. Они вечно существуют, они вечно пребывают в трансцендентном мире, но единственный герой, тем не менее, Кришна. Все они совершают игры там. Прабхупад говорит, что темы Кришны
очень удивительные, и нам сложно их понять. И таким образом время, пространство, все трансцендентно и находится под контролем йога-майи. Все браджаваси заняты исключительно служением. Они ни о чем не переживают. Они хотят лишь удовлетворения Шри Кришны. Полного удовлетворения Шри Кришны. Они хотят удовлетворить Кришну в полной степени. Чтобы не осталось никакого недостатка в их служении. Брахма, Шанкар, все они поражены, они не могут сделать никаких подсчетов, когда... То есть они поражены, когда Бхагаван танцевал на головах Калии, они с удивлением наблюдали эту лилу. Когда Бхагаван Шри Кришна вместе с Баладеваджи Махараджем играет на флейте, бегут в лес Вриндавана, в Кокилаван, поют и играют на флейте, Брахма, Шанкар приходят, чтобы посмотреть на это. Шанкар Бхагаван в форме Натараджа. Он знает в совершенстве все искусства, пения, танца. Тем не менее, он поражен, видя игры Кришны. Он размышляет так, что я никогда не слышал такой прекрасной игры на флейте, такого пения. Каждую секунду Кришна... То есть, когда бы на него не смотрели, полубоги, они постоянно видят его. Каждую секунду он новый перед ними. То есть, каждую секунду он становится новым. Каждую долю секунды. Если бы вы смотрели каждую долю секунды на Кришну, вы бы поняли, что каждую секунду он обновляется. И таково его совершенство. В нем пребывает вся раса, он источник расы. Я уже много раз сказал о гопи. Все гопи и сваруп шакти Кришны. Паракия, свакия, бава вечно присутствует во Вриндаване. И Джива Госвами объясняет, что нет, никто не замужем, там гопи не замужем. Это всего лишь бхава. На самом деле у гопи нет мужей. Кришна их вечный муж. Но это чувство, что они замужем, необходимо для осуществления расы. Паракия, свакия присутствуют во Вриндаване. В соответствии с Ачинтия Беда Беда Самбандой. Почему Джива Госвами Пад объясняет это? Потому что некоторые критикуют. Поэтому он объясняет, что на самом деле на Голока Вриндаване гопи не замужем. Лишь концепция этого присутствует. Для того, чтобы игры были совершенны. И когда Кришна нисходит в этот материальный мир, несмотря на то, что он вечно присутствует во Вриндаване, также это бхава, бхавы, джатилы, кутилы, камсы, все они
переносится сюда. Йога-майя дает форму им здесь, в этом мире. То есть, и получается, что тут раса более высокая, потому что Камса тут по-настоящему присутствует, и когда негативный момент, то есть когда негативное воплощается в полной степени, тогда и позитивное. Точно так же увеличивается. Чем больше удивления, чем больше различных эмоций, тем больше раса. Также различные приключения, то есть в мирской поэзии также описываются различные приключения. Чем больше приключений, тем больше воодушевления, тем интереснее. Таким образом, на Голока Вриндаване вечно присутствуют Паракия и Свакия Баллы. Я не знаю, как помочь вам понять это. Это на самом деле вопрос чувств. Это не вопрос, то есть это невозможно понять с помощью лекции. Это возможно лишь с помощью прямого чувства. Когда вы осознаете это, вы будете плакать, сойдете с ума от любви. В этом материальном мире полно героев и героинь с настроением соревнования, с настроением наслаждения. Все это очень грязно, но там, в трансцендентном мире, нет никакой грязи. Все, что бы ни делал Кришна, все это совершенно. Нет никакого изъяна в этом. В этом материальном мире кто-то может заявлять, что он великий саду, с дандой, саньяси, рассказывать Харикатху, но тем не менее в его сердце может быть кама. Спрятанная кама. Пассивная кама. И иногда она может принимать форму активной камы. Ночью на меня никто не смотрит. Я могу наслаждаться. Такова их бхава. Я хочу сказать, что в материальном мире, если кто-то принимает отреченный уклад жизни, тем не менее, это зависит. То есть, если мы зависимы, то есть, если мы на 100% вовлечены в служение, не будет никаких проблем. Но если это не так, то осквернение неизбежно. Все ученые люди, все ведущие люди общества, также у них есть проблемы. Они ведут себя так, каким-то нечестивым образом, но не показывают это другим. Пока мы показываем другим, что мы чисты, хороши. То есть внешне мы можем показывать, что мы совершенны, но внутренне ситуация может отличаться, осквернение может быть в нас. На санскрите мы говорим про врити и неврити. Про врити, как я уже говорил, разговор Чандакази и Гауранги. Чандакази говорит, что то есть Махапрабху говорит, ты неправильно понимаешь. Веды в то время проводили ашвамеда яги, жертвоприношение коровы. Они выбирали корову. Когда яги была завершена, у них было могущество дать этой корове новую жизнь.
То есть в то время риши и муни были очень могущественны. Сейчас нам сложно в это поверить, как это вообще возможно, чтобы корова ожила. В этой штуке говорится, я предлагаю дандаваты тому Верховному Господу, кто кто загипнотизировал целый мир своей майей. Я предлагаю дандаваты этому Господу. Его майя настолько могущественна. Вы забыли случай с Джамадагни Муни? Он давал наставление Парашураме. Сын мой, убей свою маму. Сруби ей голову. Из всех своих братьев тоже поруби на части. И Парашурама взял топор, наверное, и всех порубил. И учитель его был очень доволен. Сказал, сейчас ты очень хорошо сделал, можешь просить у меня любые благословения. И тогда Парашурама, зная, очень хорошо зная о силе Джамадагни Муни, то есть он был его отцом, и он отвечает, если ты действительно хочешь дать мне благословение, я бы хотел, чтобы мои братья и мама ожили. И тот сказал, конечно, хорошо. И не только это, еще кое-что. Я сделал это. Я убил их. Я хочу, чтобы они не могли этого вспомнить, чтобы они не помнили этого. Чтобы они забыли об этом. Забыли, что я убил их. Хорошо. И тогда все его братья и мама проснулись как будто бы ото сна. В то время риши и муни обладали таким могуществом. Сейчас, а вам сейчас сложно поверить в это. И это ваша главная проблема. Благодаря могуществу своего баджана, аскезам, которые они совершали, они развили в себе такое могущество. И Махапрабху говорит, что ты прав, но настроение абсолютно отличается. В то время они совершали яги. Иногда приносили в жертву гомату. Но для них это было... То есть это очень хорошо, потому что когда яги была завершена, корова обретала новую жизнь. И это Махапрабху объяснял Кази. Он говорил, что есть два. И Кази спрашивает, почему... То есть есть правритти, а есть невритти марг. Правритти... Это путь наслаждений. Все, что бы ни делали люди, все это правритти марг. Птицы, животные, насекомые, все они живут в соответствии с правритти маргом, то есть желают наслаждаться, делают все для наслаждения. А второй путь — это прекратить материальное существование, невритти марг, то есть отказаться от наслаждений. Кази говорит, что в правритти марге есть
такое правило, что мы можем убивать коров. Но почему я объясняю это? Чтобы показать вам нечто превосходное. В этом материальном мире каждый хочет показать себя с лучшей точки зрения. Воспитанным человеком, хорошим человеком. То есть, но внутри они не обладают должными качествами. То есть, внутри кама, внутри правритти марг, а снаружи мы пытаемся показать себя как последователи неврити марга. Махарадж, мы в одеждах саньяси, мы следуем неврити маргу, но если вы не оставили влечение к деньгам, женщинам, положению, о чем можно говорить? И люди, они должны очень тщательно рассматривать. То есть, если люди обладают знанием шастр, они очень легко могут отличить саду от несаду. Они могут очень легко увидеть ложную деятельность саду, того, кто в одеждах саньяси. Если он саньяси носит роскошные бриллианты, золото, много раз я говорил, что Горакишвар дас Бабаджи Махарадж, к нему приходили многие люди, принося дорогие вещи, одежды, деньги. Все приносили ему. Бабаджи Махарадж иногда принимал, иногда нет. И если какие-то нехорошие люди приносили, он не принимал. Шри Бхактивинода Такур говорил много раз, что если эти деньги заработаны нечестным образом, шукла вритти, то есть шукла вритти называется подобающий заработок, то есть имеется в виду честным образом заработанные деньги. Если же деньги не честным образом заработаны, это будет опускать вас ниже и ниже. Если вы будете принимать просад, который приготовлен на эти деньги, нечестивым образом заработанный, это также будет вас опускать ниже и ниже. Брахма и Шанкар говорят, все мы хотим занять положение вайшнавов. Вы с помощью этого вы можете понять, насколько велико положение вайшнава. Шанкар Бхагаван говорит, что все мы пытаемся занять положение вайшнава. Они уже заняли положение Шанкары, тем не менее они говорят это, что мы хотим занять, достигнуть поста вайшнавов, положение вайшнавов. Если мы вовлечены в юкта-вайрагью, если мы полностью осознали, что это такое, и живем в соответствии с этим, у нас не останется никаких проблем. Юкта-вайрагья очень сложна. Мы должны идти либо налево, либо направо. Посередине невозможно. Прабхупад говорил, что это очень возвышенное мышление юкта-вайраги. Если по сей день мы обладаем влечением к деньгам, женщинам и славе,
какая разница между вами и мной? Имеется в виду, какая разница между саньяси и обычными людьми? Если саньяси страдает от этого влечения. Обычные люди из-за своей глупости не могут понять этого. И почему я объясняю все это? Потому что Кришна в этом материальном мире, то есть люди в этом материальном мире, находясь на пути праврити внутренне, показывают себя как последователи пути неврити, но Кришна делает полностью противоположное. Он говорит, что внешне я покажу всем, что я наслаждаюсь, но внутри абсолютная чистая любовь внутри него. Что говорить о Кришне? Даже Пундарик Видянитхи, внешне он был роскошно одет. Внешне он выглядел как полный вишая, как материалист, наслажденец. Никакого даже намека на вайрагию, на отречение. Но внутри одна лишь вайрагия. Внутри него. Он раскаивался. «О, я совершил великую ошибку, я оскорбил великого преданного». Я должен просить прощения. Говорит Гададхар Пандит. Я должен попросить прощения. Я думал, это какой-то простой землевладелец, который наслаждается своими богатствами. Но внутри в его сердце столько бхакти, столько любви. То есть это говорит Гададхар Пандит, раскаивается. Еще один пример я могу привести в отношении этого. Шанкар Бхагаван. Когда Шанкар Бхагаван сидел нога на ногу, а на коленях у него была Парвати. Парвати, Деви Майя, сидел на коленях Шанкара. И Шанкар говорил Харикатху. И как бы это сложно понять людям. Но... Шанкар Бхагаван, великий пандит. Но внешнего поведения сложно понять, почему он ведет себя таким образом. Итак, Деви Майя сидит на его коленях, а Шанкар Бхагаван рассказывает Харикатху. И тысячи муни присутствуют в этом собрании и слушают Харикатху. В это время царь Читракету. На своей колеснице прибыл в это место.
И он был поражен. Это же Джагат-гуру. Шанкар, Джагат-гуру. Сидит так перед Риши и Муни. И даже не стыдно ему, не стесняется нисколько. И он сказал: вы посмотрите, и это Джагат-гуру с таким поведением рассказывает Харикатху, сидя вот так. То есть так можно сидеть где-то в уединенном месте, но не перед всеми. То есть он осудил Шанкар Бхагавана, и Деви Майя была очень расстроена. Она сказала: «О, пришел выискивать ошибки в моем муже, в моем гуру». Все, даже сам Бхагаван, Брамаджи, предлагает почтение ему. И она прокляла его: ты станешь демоном. Как ты смеешь говорить такие вещи? Шанкар Бхагаван нисколько не был расстроен. Он сидел, продолжал рассказывать Харикатху, улыбаясь, но Деви Майя была расстроена. Итак, Читракета Махарадж стал демоном, Вритрасурой. Но затем он оставил тело и вновь вернулся к Верховному Господу. Это игра. Но любые наказания, почтение и бесчестие. Все в этом материальном мире, наслаждение и боль, и все это приходит и уходит. Все это не временно. Если кто-то спросит вас, счастье и несчастье, о материальном счастье и несчастье, что вы ответите? Что такое боль и удовольствие? Счастье и страдание? Как? Мы знаем от Гуру Варги из Шастр, что что в прошлом, настоящем и будущем нет ни счастья, ни горя. То есть они вечно не могут существовать. То есть мы переживаем о том, что не вечно. Это лишь ложные эмоции, ложные переживания. Это счастье и горе, счастье и страдания. Они временные. Если кто-то спросит, я отвечу таким образом, что на самом деле в вечном, в настоящем, прошлом и будущем нет. То есть счастье и несчастье — это просто вымысел, наше представление, наше измышление. В соответствии со моими предыдущими впечатлениями, самскарами, то есть в настоящее время то, что благоприятно для меня, я испытываю счастье от этого. И в соответствии с моими
предыдущими впечатлениями. Если что-то мне не нравится, я думаю, что это причиняет мне боль. Это неблагоприятно для меня. Только такое определение я могу привести. Боль, счастье, несчастье, все, что приходит ко мне, все это временно. Кришна Бхагаван говорит, что тот свободен от материального влияния, кто тот, чей ум обрел стабильность, постоянство, кто, чей ум не носится вниз и вверх, взад и вперед, кто не страдает от почтения и бесчестия. Если человек достигнет такого уровня, если мы сейчас отправимся во Вриндаван, мы не сможем увидеть его, мы только потратим деньги на билет. Но если мы придем к саду, мы получим осознание. У нас материальное видение, как вот люди приезжают, говорят: «О, Махарадж, не ездите сейчас во Вриндаван, там слишком жарко». Но в Бхагаватам сказано, что во Вриндаване сарвакалам, постоянно. Постоянно прекрасная погода, прекрасная атмосфера, никакой боли, никаких страданий не причиняет там жара. Но для того, ради осуществления игр иногда Шукадев Госвами описывает, что наступает во Вриндаване жаркий сезон, когда Кришна и мальчики-пастушки отдыхают под, в тени деревьев. Солнце очень жгет. Но в действительности Вриндаван всегда преисполнен прекрасной атмосферы. Там постоянная весна. Весна, которая благоприятна для осуществления игр. В течение дня сменяется 6 сезонов. Иногда наступает весна, иногда осень, лето. 6 сезонов сменяются. Кришнадас Кавираж Госвами описывает то, что говорит Руппа. Рупа Госвами Пад был первым, кто описал Аштакали Лилу вкратце. Затем в Говиндалиламрите это было расширено. Вишванат Чакраварти Падом. Потому что у него было это видение, он видел это непосредственно. И поэтому он написал Кришна Бхава Намриту. Описал мысли и реализации. То есть все, что там описано, все это он напрямую знал и чувствовал. Это не так, что
простые писатели, которые ради своей славы пишут что-то. Итак, там сказано, что зима, лето, весна, осень сменяют друг друга в течение дня для того, чтобы служить Радхе Говинде для полного их удовлетворения. Иногда они предлагают фрукты, то есть иногда им предлагаются фрукты, которые... То есть зимой, когда... которые растут только летом. Нам сложно в это поверить, потому что у нас в сердце материя. Внутри нас материальное настроение. Нет места у нас для такой харикатхи в сердце. Мы хотим... То есть мы должны заполнить все внутри нас играми Кришны, и не должно остаться места для материи. Необходимо запомнить это. День, когда вы забудете об этом, вы потеряете все. Необходимо помнить об этом постоянно. Сейчас я хочу рассказать о Парампаракилешваре, Бхагаван Шри Кришнчандре. О том, о ком все риши, муни, Шанкар Бхагаван, Брамаджи плачут по нему. Они плачут, как мы можем понять его? Все они ждут, совершая аскезы, баджан, когда мы сможем осознать. Наратам Такур пишет, когда эта уникальная любовь к Раде Говинде возникнет в моем сердце, когда я смогу их понять. Вы не во Вриндаване ли вы сейчас? Вы знаете, что... Нарутан Дас Такур молится, когда я увижу Вриндаван. Имеется в виду настоящий Вриндаван. Это настроение Рупанук. Есть противоположное настроение, что «О, я вас всему научу, обучу вас всему, приходите ко мне». Это ложное эго, высокомерие, гордость, которая ведет к смерти. Нарутан Дас Такур говорит, «Я не могу по-настоящему видеть Вриндаван». Когда я обрету милость Нитьянанды, тогда я смогу обрести видение, с помощью которого я смогу узреть Вриндаван. Нитьянанда, Ананга Манджари. Вишай Чария, когда ум мой очистится, когда я смогу обрести видение, с помощью которого я смогу созерцать Вриндаван. Таково настроение
Нарад Андастакура. И мы должны стремиться к этому. Мы не можем туда войти силой. Есть два вида платформы, то есть два вида основания. Даже в материальном мире это применимо, что каждый человек обладает двумя платформами существования, бытия, карма и раса. То есть первое — это наши обязанности, второе — наше чувство. То есть первое — это обязанности, то, что человек обязан делать. Второе — это платформа расы, имеется в виду чувство. Никто не хочет жить без удовольствий. Кто хочет жить без расы? Никто. Все хотят удовольствий. Даже Махапрабху наслаждается, но апракрита раса. Он говорит, зачем мне тело насекомого, который не может наслаждаться апракрита расой? У меня нет даже запаха любви к Кришне. Это говорит о том, что Махапрабху полон расы. Когда сердце ваше наполнится расой, вы будете плакать. Махапрабху говорит, когда я обрету эту возможность, что я буду круглосуточно проливать слезы по Кришне. Все, все, что у меня было, ушло, уйдет, если уйдет Кришна. То есть, если уйдет Кришна, не останется ничего. Поэтому Махапрабху пишет Шикшаштакам. Когда я разовью такую удачу, что я смогу круглосуточно плакать от одного звука имени Шри Кришны, как Мадхавендра Пурипад. Они обладали полным видением трансцендентного мира, но мы не можем их понять. Шикшаштакам сказано все, с чего начать, к чему мы придем. Но необходимо объяснение, чтобы понять это. Без объяснений невозможно понять. Для нас очень просто. Этот путь становится очень простым, если мы можем следовать Чайтанье Махапрабху. Очень легко мы сможем войти во Вриндаван в таком случае. Я смогу доказать это, когда я буду говорить о Нилачала Махапрабху. Если вы сможете следовать Махапрабху под руководством Бхактивинода Такура, этот путь окажется очень простым. Это не будет каким-то невыполнимым, сложным заданием для нас. Но наша проблема в том, что мы не готовы следовать этому. Махапрабху выражает настроение, жалуюсь, что зачем я принял это рождение, которое подобно рождению насекомого. Даже материалисты. Я сейчас не говорю о саду, я говорю о простых материалистах, что даже в их жизни существует две платформы. Первая — это платформа обязанностей, то есть то, что они обязаны делать. Второе — это раса, платформа расы, наслаждений, удовольствий. И все свои обязанности они выполняют для того, чтобы достичь удовольствия, расу. В Упанишадах сказано, кто бы захотел продолжать жить без расы, если бы не существовало расы больше. В Упанишадах сказано,
что Кришна полон расы. Он раса Вайсаха. Он источник всех рас. Из него берет свое начало, берет свое начало бесконечные миры. Берет свое начало раса, с помощью которой, которая дает дживам желание жить еще и еще. Даже насекомое, комар хочет жить, потому что у него есть возможность вкушать кровь. Каждое насекомое живет таким образом. Все хотят получать расу, удовольствие. Это основная формула жизни. В апракрита же мире также существует служение, сева. То есть, как мы уже сказали, в материальном мире присутствуют две платформы — карма и раса, то есть наслаждение. Но в трансцендентном мире есть сева-раса. То есть сама сева, сами обязанности становятся расой, удовольствием. Они получают расу от своего служения. Если бы они не получали расу, служа, кто бы стал служить, кто бы захотел служить? Радхарани, и возникает вопрос, Радхарани плачет, какая же в этом может быть раса, удовольствие, но это действительно так. Сейчас мы не можем этого понять, но когда мы достигнем необходимого уровня, я смогу вам рассказать Брахмагиту, и вы поразитесь. Сейчас люди, которые, в сердцах которых кама, спрятанная кама, если они говорят о Брахмагите, люди, которые слушают их, у них только возрастает вожделение в сердце. Поэтому Прабхупад говорит, если материалист будет говорить о баджанататве, о расе, вы просто лишитесь своего сознания. Поэтому сказано, Рупа Госвами подпишет, вы должны обрести вкус к читанию Бхагавати и читанию Чаритамрити. Если Верховный Господь обеспечит это нам, тогда день и ночь мы будем говорить об этом. Не надо будет нам больше ходить, где попало. Никуда не нужно будет идти. Если такого будет желание Нитьянанды, будет продолжаться проповедь. Кто я такой, чтобы проповедовать? Кто я такой? Только лишь по желанию Нитьянанды я могу совершать это. День и ночь. Мы можем обрести шанс воспевать славу Гауранги Нитьянанды. И не останется никакой грязной концепции, никакой грязи, никакой камы вожделения. Таково наставление гуру Брамы. Мы должны проповедовать так, чтобы люди могли обрести сильную веру и любовь к лотосным стопам Верховного Господа. Мы, если кто-то рассказывает Кришна Лилу, чтобы зарабатывать деньги, все слушатели разобьют каму, она удвоится в их сердцах. И кто-то однажды спрашивал у Гуру Кшарадас Бабаджи Махараджа, можно ли мне туда пойти, там замечательное обсуждение Брахмагиты. Но Гуру Кшарадас Бабаджи сказал, нет, это не катха, это не харикатха. Но нет, Махарадж, там столько людей плачут, катаются по земле в экстазе. Но Бабаджи Махарадж говорит, это пассивная кама.
неисполненная кама, спрятанная в сердцах. Они хотят наслаждаться, хотят камы, но потому что они не исполнили это желание, они наслаждаются этим через Брама-Рагиту, представляя, что Радхарани и Кришна главные герои, и наслаждают, то есть и описывают их наслаждение. Не, даже не прикасайтесь к этому. Те, кто полны камы, не должны касаться Шримад-Бхагаватам. То есть тот, кто полон анартх, если он прикасается к шалограмму, шалограмм испытывает большую боль, глубокую боль. Так, как будто бы... То есть шалограмма столько больная, как будто бы тысячи кинжалов впиваются в ваше сердце. То есть те, кто не могут поддерживать никакой чистоты и полной камы, они не могут касаться шалограмма. Гуру Махарадж говорил, что даже если... То сейчас говорится, что сейчас стремятся поскорей принять в ученики людей, чтобы они не ушли куда бы то ни было еще. И когда Шалаграмджи Махарадж, то есть говорится, сам Шалаграм говорит, что я чувствую так, что тысячи кинжалов впиваются в мою грудь, когда кто-то грязный касается меня, имеется в виду, с грязными мыслями, кто не поддерживает стандарт чистоты. В Шалаграме присутствуют все аватары Вараха, Нарайана. Абсолютно все аватары пребывают в нем. Но Кали там не присутствует. Тамагуна Кали, ее там нет. То есть, какая бы пуджа ни проводилась, всегда должен присутствовать шалограм. Пуджа должна быть проведена. Без ошибок. Шалограм — символ бесконечных брахманд. То есть там присутствует Нарайана и все остальные инкарнации Бхагавана. Но не Кали. Кали нет там. Таким образом, для нас невозможно в нынешнем состоянии понять, у кого есть ясное представление о бхакти, а кто в замешательстве. Но мы хотим, это наша цель. Если сам Шалаграм говорит подобное, что мы можем ожидать от того, от Кришны? Что же говорит Кришна в таком случае? Если кто-то грязный прикасается к Раса-лиле, что испытывает Кришна в таком случае? В Бхагаватам сказано, приведено много шлок. Одно за одно я могу цитировать, чтобы вы поняли их значение. В этом материальном мире внешне мы можем следовать пути Нивритти, но внутри у нас Праврити.
Но в Кришне прямо противоположное. Как я уже говорила о Шанкар Бхагаване. Шанкар Бхагаван, духовный брат Читракету Махараджа. Оба они приняли инициацию от Ананта Дева. Таким образом, они могут обмениваться шутками, подшучивать друг над другом. Однажды Читракету, то есть то, что сказал Читракету, не было неуместным, наверное, но Шанкар Бхагаван, что он чувствовал? Он хотел показать всем, что он не обладает преданностью. Как говорит Махапрабху, он говорит, даже запаха премы у меня нет. У меня нет даже запаха премы к лотосным стопам моего Прабху, моего Господа. Не служа Кришне, Кришна будет потерян. У нас есть единственное достояние — это Кришна. Но оно потеряно. Как мы можем есть вкусную еду, если бы кто-то... Как говорит Гуркшидас Бабджи Махарадж, если мама ваша или папа, или сын умерли, что вы будете есть? Разные вкусные вещи, сладости. Он поражается, как вы можете есть, наслаждаться пищей, в то время как кто-то из членов семьи ушел. Вы просто начнете плакать, рыдать, и вам будет не до вкусной еды. Но Гуркшидас Бабджи Махарадж говорит, вы не плачете по Кришне, вы плачете по маме, по папе и так далее. Если вы потеряете деньги, кто-то сворует их, вы плачете. Все потеряно, как я буду жить. Но не плачете по Кришне. Вы забыли, что вы потеряли Кришну. Вся наша жизнь должна быть посвящена тому, чтобы... Должна быть посвящена поискам Шри Кришны, как Браджаваси пишет, как описывается чувство Браджа-гопи, когда Кришна покинул Расалилу, Радхарани также ушла, все гопи плакали, они... не могли больше жить. Они были готовы умереть, и всю ночь они искали, ходя из одного леса в другой лес, Кришну. Вы хотите понять Расалилу? У вас есть должная квалификация? Хотите наслаждаться вкусом Расалилы? Прабхупад говорит, есть ли у вас квалификация для этого? Всю ночь они плачут и ищут. И наша преданная жизнь, жизнь в преданном служении, должна быть такой же. Мы должны быть вовлечены в поиски Шри Кришны. Всю жизнь мы должны провести таким образом. Мы должны чувствовать, что Кришны нет рядом с нами, и мы должны искать Его. Браджаваси поет. Куда нам идти? Где мы можем отыскать тебя? Мы умираем без тебя. Если ты сможешь. Наша разлука,
Мы в океане разлуки, и мы умираем. Это пишет Кришнадас Кавираж Госвами. Сильнейшее чувство разлуки, боль, которую невозможно описать. Нет такой философии, таких лекций будет недостаточно. Это вопрос прямых осознаний. Кришнадас Кавираж Госвами говорит. Я хочу принять прибежище высочайшего доктора Вайдья, то есть аюрведический доктор, и говорится, что Махапрабху является таким высочайшим доктором. И этот доктор может дать мне нож, и я смогу убить себя этим ножом. Таким должно быть чувство Рупанук. Мы должны помнить об этом. И в таком случае никто не сможет обмануть вас, я гарантирую вам. Если вы сможете понять, что есть разлука? Я уже привел пример с Шанкар Бхагаваном. Читракету, его духовный брат. Но Деви Майя разгневалась. Но в то же время Шанкар Бхагаван не выразил никакого беспокойства от этого. Он лишь хотел доказать своим поведением, что у меня нет никакого бхакти. Посмотрите на меня, я сижу, обнимая свою жену с женой на коленях. То есть у меня полно камы. Вайшнавы, истинные вайшнавы хотят обмануть вас. Тех, кто не искренне, они хотят обмануть, но те, кто искренне, те, кто умны, они поймут, что Шанкар очень умный, он хочет вести нас в замешательство. Настроение Шанкары, Брамы, они молятся, что всем мы хотим занять положение вайшнавы, мы хотим стать вайшнавами. Но сейчас, в наше время, посмотрите, многие заявляют, что я вайшнав, омойте мне стопы, приходите ко мне, я обучу вас. Но взгляните на настроение Шанкар Бхагавана, каким уникальным путем он доказывает, что он непреданный. Я полон камы, я непреданный. Я сижу перед Риши и Муни, обнимая жену. Как же вы можете утверждать, что я вайшнав? Вайшнав означает свободный от камы и кротхи, вожделения и гнева и так далее. Таким образом, Шанкар Бхагаван хочет обмануть нас, не постоянно, а порой. Каждое слово должно быть использовано очень точно, потому что очень легко меняется значение слов. Итак, Шанкар Бхагаван доказывает всем, что у него нет бхакти. И точно так же Кришна перед всеми глупцами показывает, что посмотрите, я совершаю кама-лилу, я танцую с чужими женами, но те, кто действительно умны, они понимают, что никто не может войти в этот трансцендентный танец, принять в нем участие.
Верховный Господь совершает раса-лилу. Чтобы объяснить этот момент, Шридхар Госвами Пад пишет. Те, кто наслаждаются полной милостью Нарасимхадева, Махапрабху был разгневан, когда Валабхачарья сказал что-то против Шридхар Госвами Пада. Он сказал, как ты смеешь? Махапрабху сказал, как ты смеешь? Шридхар Госвами Пад дал комментарии, написал свои комментарии по милости Нарасимхадева. Эти комментарии — это милость Нарасимха Прасада. Нарасимхадева. Прасад Нарасимхадева. Сарасвати, вечная Шакти, пребывает на устах Нарасимхадева, а на груди его восседает Лакшми. Попытайтесь понять это. Шридхар Госвами Пад знает абсолютно все. Тем не менее, в соответствии со своей сампрадайей, он исходит из Нимбарка сампрадайи. Поэтому естественным образом он описал какие-то моменты в соответствии со своей сампрадайей, с взглядами своей сампрадайи. Ну, в соответствии с Ведантой все это можно объяснить. И Махапрабху, он высоко оценил комментарий Шридхар Госвами Пад. Когда кто-то выступал против него, Махапрабху сурово осуждал их. Шридхар Госвами Пад знает все о раса-лиле, все таинство раса-лилы. Те, кто хотят выйти из-под влияния камы, должны, подготовившись, прийти и слушать. Не так, что просто так, ни с того ни с сего. Необходимо изменение в сердце, то есть необходимо подготовить себя к этому. Не все подобны Биламангалу Такуру. Его слышен уникален. Тысяч лет он созерцал Кришна-лилу на берегах Брахма-кунды. Возможно ли это для нас? Таким образом, Шридхар Госвами Пад пишет. Точно так же Тулсидас. Когда его жена оскорбила его, в этот момент все изменилось. Это всего-навсего лила. Лила в жизни Тулсидасджи. Жена сказала лишь... Это было точно так же, как с Биламангал Такуром и Чинтамани. Чинтамани, блудница, сказала: «О, Боже, у тебя столько влечения ко мне. Если бы у тебя было такое влечение к Кришне, ты бы уже обрел его». И это был решающий момент, который изменил его сознание. Сказал: «О, Боже, я потерял столько времени, энергии». То же самое произошло с Тулсидасджи.
Он испытывал глубокое влечение к жене, привязанность к жене. И однажды в один день жена отправилась в дом отца. Но Туласиджи не мог оставаться дома без жены. Точно так же Данурдас из Лил Рамануджи Ачарьи. Он постоянно смотрел на лицо своей жены. Даже когда ходил на парикраму, он шел с зонтом, держа зонт над ее головой, так чтобы солнце не светило на нее, она настолько прекрасна, и он хотел постоянно видеть ее лицо перед собой. Рамануджи Ачарьи был невероятно могущественным гуру, и он смог изменить его жизнь, жизнь этого Данурдаса, перевернуть так, чтобы его настроение наслаждения ушло от него навсегда. Точно так же Туласидас. Бесконечные ливни, циклоны, огромный, то есть страшный ливень был. Но Туласидас отправился в дом отца своей жены. Когда он прибыл туда, то есть он постучал в дверь, когда был этот ураган, жена открыла дверь и поразилась. Что, зачем ты пришел сюда? А тот сказал, что я не могу без тебя жить. Я не могу без тебя. И она сказала, ты глупец, у тебя такая привязанность ко мне. Если бы у тебя была такая привязанность к Рамджи, ты бы уже достиг Рамджи. Так она ругала своего мужа, и немедленно Туласидасджи был шокирован. О боже, действительно, это правда? Это был момент изменения сознания Туласидасджи. Говорится, что сам Валмики пришел в форме Туласидасджи. Это просто лила. И с этого момента он начал... То есть он побежал назад и навсегда ушел из жизни жены. Туласидас говорил, она мой господин, имеется в виду, что она мой гуру, Вартма Прадашика гуру. Билламангал Такур также говорит, кто-то иногда неправильно объясняет, что Чинтамани якобы это Кришна. Не знаю, возможно, они правы, я не собираюсь их критиковать. Чинтамани гуру. Если бы Чинтамани не сказала того, что она сказала, тогда бы Сидам Мишра не изменил бы своей жизни. Поэтому Биламангала Такур думает, все, что мы... То есть мы извлекаем уроки из окружающего только во время... То есть всю свою жизнь вайшнавы извлекают уроки из всего, что окружает их. Даже от тех, кто критикует нас, кто бьет нас, и это жизнь парамахамс. От женщин мы можем научиться, они обладают качествами определенными и так далее. Это называется парамахамса вритти, то есть видение парамахамс. Их видение очень чисто.
У них нет настроения наслаждения. Мы можем учиться у маленьких мальчиков, у собак, у стервятников, коршунов, у лебедей. Жизнь наша должна быть наполнена настроением обучения. Также мы должны извлекать положительные уроки. Все, что благоприятно для бхакти, мы должны принимать, и все, что неблагоприятно, отвергать. Поэтому Сидар Госвами Пад объясняет. Кришна настолько могущественен. Он совершает танец с бесконечным количеством гопи одновременно. Между каждыми двумя гопи стоит Кришна. Прабху повсюду. Это такие подсчеты как бы приведены, чтобы мы поняли. Но в действительности Кришна пребывает повсюду. Кришна повсюду. Вишну — это сам Кришна. Мы знаем, то, что делает Бхагаван, не может быть грязным, оскверненным. Все, что бы он ни делал, даже если он исполняет роль лицемера, это все равно хорошо, это все равно прекрасно. Махапрабху говорит, если он обнимет меня, я служу лотосным стопам Кришны. Если Кришна обнимет меня, или если прогонит меня, если он причинит мне боль, если он покинет меня, уйдя в другое место, так что мы не сможем его больше лицезреть, что бы то ни было, если он причинит мне боль, глубочайшую боль. Нет у меня другого выхода, только лишь Кришна, мой прананатх. Он останется моим прананатха, несмотря ни на что. Как бы он ни относился ко мне, что бы он ни делал со мной, я не оставлю его, потому что Кришна — моя жизнь и душа. Он — мое все. Прананатх.
Как же я могу покинуть Кришну? Вчера я говорил, почему? О том, что Сидхар Госвами Пад провозгласил эту лилу Кам Виджай лилой. Вы можете победить каму с помощью этой лилы. Почему говорится так? Потому что внешне выглядит так, что Кришна наслаждается со всеми гопи. Но если же вы взгляните глубже, посмотрите глубже, вы поймете, что Кришна танцует со своей тенью, со своим собственным образом. Как я уже сказал, материальная кама, материальный кама-дев полон ложного эго. Он говорит: посмотрите, только посмотрите на мое могущество. Даже Брамаджи я поверг своими стрелами. Повсюду, повсюду я достигаю успеха. Нигде я еще не проиграл. Я хочу, когда бы я не хотел нарушить баджан великих риши и муни, это увенчалось успехом. Даже сам Индра был поражен. Царь райский царь. Он возжелал общения с прекрасными девушками из-за меня. Брамаджи также побежал за своей собственной дочерью Сарасвати. Все это уроки для нас. И не принимайте это другим образом. Если вы неправильно воспримете эти уроки, вы совершите оскорбление Адигуру, Брамаджи или Индре. Никогда не делайте этого. Это было сделано для нашего обучения. Как я уже говорил, все мы должны видеть, как делают это Парамахамса и Парамахамса Даршан. Таким образом, Камадев выражает свое ложное эго. Посмотрите на мое могущество. Я всюду достиг успеха и победил Браму, Индру. Так кто же может тут противостоять мне в этом мире? И он задумался. Он сказал, что для меня очень легко нарушить баджан великих гуру, великих саду вайшнавов. Я просто приведу к ним прекрасную женщину, и весь их, вся стабильность их ума будет нарушена. Но Приаврата был спасен. То есть, потому что если ум уже у лотосных стоп Бхагавана, никакой материальный купидон не сможет
нечего сделать с такой личностью. В соответствии с наставлением Кришны, то есть Кришна уполномачивает кого-то на определенный вид служения. Шанкар, Брахма, они исполняют наставление своего Прабху, и они не могут его слушаться, отвергнуть наставление Бхагавана. Капилджи Махарадж говорит, Бог Солнца, Бог Луны, все, абсолютно все, что в этой природе, все это могущество Кришны. Бог Солнца. Излучает тепло, греет эту землю, свет, тепло. Все это по наставлению Господа. Ветер дует по наставлениям Господа. Итак, Камадев выражает свое ложное эго. Сколько мне нужно затратить энергии, чтобы ты пал? Это все по одному мановению пальца, щелчком пальца я нарушу твою духовную практику. Но вспомни, Шанкар поджег тебя. Да, это действительно так. Одну мою сторону поджег Шанкар. Мою. Но сейчас у меня появилось новое могущество. Никто не может меня видеть. Ананга, то есть тот, у кого нет тела. Анга, ананга. Никто не может меня видеть. У меня нет тела больше. Как Ними Махарадж танцует. На ресницах глаз. Таким образом, Пракрита Камадев выражает свою гордость. Когда я играл, я запустил свои стрелы в Камван. И Шанкар Бхагаван в то время был там, и он был разгневан, поэтому поджег меня. Но Наранараяна не был разгневан, когда Индра привел к нему прекрасных девушек, которые танцевали перед ним. Наранараяна не испытал никаких беспокойств. Абсолютно спокойно он открыл глаза, и ему было жаль глупого Индру.
Он говорил, бедный Индра, он переживает. То есть, такие глупости в его уме. Я могу столько дать ему. Индра пришел, чтобы предложить Наранарани Риши много материальных вещей, чтобы тот прекратил свои аскезы. Но Наранарани Риши думал, бедный, бедный Индра. Его разум так низок. Дам-ка я ему кое-какое пожертвование. Нет, это не деньги. Я пошлю ему Урваши. Урваши, высочайшую прекрасную девушку во всех 14 мирах. И он произвел Урваши на свет. Он сказал, что я не претерпеваю никаких беспокойств. Я могу тебе... Сейчас я даю тебе больше, чем ты пришел предложить мне. Чтоб ты наслаждался там на райских планетах. Садхгуру и Вайшнавы всегда размышляют таким образом. Они никогда не обеспокоены камой. Они очень умны, они испытывают влечение к Кришне. Если вы обладаете уникальным даршаном, как вы можете быть привлечены материальными вещами? Итак, Наранарайна Риши говорит, бедненький, бедный Индра. Продолжай дальше наслаждаться, отправляйся в рай и наслаждайся. Какое мне до этого дело? Но во всей этой истории Индра не был... Старания Индры не увенчались успехом. Он не смог причинить беспокойство Наранарани Риши. Камадев возражает. Нет, меня Шанкар не полностью победил. Я его сам победил. Шанкар Бхагаван поджег меня, да, это так. Сжег меня. Я хотел... лишить статуса Шанкара, его статуса. Из-за этого он поджег меня, сжег меня. Но если подумать, почему Шанкар был разгневан? Потому что его обеспокоили. Но не только поэтому. Сейчас у меня появилась двойная сила, двойная возможность, имеется в виду двойная неуязвимость. Сейчас я... У меня нет тела, меня никто не может видеть. Я могу пойти куда угодно и делать все, что угодно. Могу запускать свои стрелы в сердца кого угодно, мужчин, женщин. Очень легко я могу это делать. Индра был рожден как свинья. Кто сможет контролировать расти планеты, когда Индра отсутствует? Один раджа был очень могущественен, его пригласили занять пост Индры. Он пришел, сел на трон Индры. Начал управлять райскими планетами. Но он испытал вожделение к Шачи, жене Индры. Он подумал, о, если я занял пост Индры, значит, я имею право на его жену. Нет. Ты приглашен только лишь выполнять обязанности Индры, управлять. Ты не имеешь права общаться с женой Индры. Но он возражал, нет, если пост Индры занят мной, значит и жена также принадлежит мне.
Шачидеви плакала, что мне делать в этой ситуации. Она обратилась за советом к Риши и Муни. «Пожалуйста, спасите меня. Муж мой ушел, не может прийти спасти меня. Как я могу сама защитить себя, свою себя?» И Риши Муни ответили: «Ты должна быть, нет никаких проблем. Просто поговори с ним, скажи ему. Хорошо, я могу быть с тобой. Только если ты придешь ко мне на паланкине, который понесут Риши и Муни». Те, кто испытывают каму, нетерпеливы. Иди и не переживай, все остальное ложится на наши плечи. Итак, тот обратился к ней: «О, Шачи, ты должна быть со мной». Она ответила, что: «Хорошо, я могу, но при этом при одном условии. Ты должен прийти ко мне, приехать ко мне на паланкине, который понесут Риши и Муни». «Ну, да это же легко, я царь райских планет, кто же меня не послушается? Все послушны мне, подчинены мне». И он обратился к ним, к Риши и Муни: «О, я... Махарадж, какое служение мы можем оказать тебе?» Тот сказал: «Несите паланкин. Вы должны будете понести паланкин. Я поеду к Шачи. Меня на паланкине должны будете понести». Итак, все Риши и Муни собрались и несли этот паланкин. Когда кама приходит к вам, вы становитесь слепыми. Вы становитесь полностью слепы, не можете ничего видеть. Кама может ослепить вас, забрать у вас все, все богатства, все, что у вас есть. Вы можете все потерять. Если потеряны деньги или поведение, стандарт поведения, все, то есть... То есть, если потеряны деньги, что-то потеряно, но если потеряно стандарт поведения, потеряно все. И так его несли полубоги, но ему не терпелось, он кричал: «Скорей, скорей, скорей!» У него вожделение в сердце, и он кричал: «Скорей, скорей!» И Риши и Муни не привыкли носить паланкин. Они очень медленно несли его, старательно, как это было с Джадабаратом Махараджем. Также. Но ему все не терпелось, он кричал: «Скорей, скорей!» И он захотел бить их. То есть в общем, Риши ему не сказали: «Раз ты торопишь нас, говоришь нам скорей, скорей», там на санскрите «шарпа» означает, ты становись тогда шарпа, то есть это в переводе означает змея. Саду, гуру и вайшнавы, когда они благословят вас, вы грандиозный успех обретете. Когда же они вас проклянут, никто не знает, когда кончатся ваши страдания, не будет конца вашим страданиям.
И он немедленно стал змеей, питоном стал. Итак, Шачи Деви была спасена. И теперь мы понимаем, что есть материальная кама и что есть трансцендентная кама. Не... Не забывайте, что Шри Кришна — это Апракрита Камадев, трансцендентный. Это выглядит как кама, но в действительности не имеет ничего общего с ней. Она, эта лила прекрасна, совершенно уникальна. Если вы благословите меня, я смогу кое-что рассказать о моих осознаниях по этому поводу в будущем. Jat sakta yo badatam badinam vai vivad sangvad hubo bhavanti kurvanti chai sam muhuratmoham tasmai namanant gunayo bhumne vancha kalpataruvasya kipa sindhu bevacho patitanang pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.